Have you ever been disrespected? Forced to follow orders? Would you rather defy your masters and live by the creed of pirates? Are you ready to fight for the freedom to act as you wish? Calling all men of fortune, willing to pledge allegiance to no one. Calling all who are ready to defy. Assassin's Creed 4, Black Flag. Отдать все! Вперед! Спустить бомбранцеля и брусиля! Паруса отдать! Круче к ветру! Штирбор! Спустить бромселя и бомбранцеля! Нос! Марселя! Бромселя! Бомбранцеля! Лиселя! Отдать марселя и бомбранцеля! Начита, Кэпу! Блин! Он сокру... Кэп, удачи! Спустите все! Ударим по ним здесь, Кэп!
Тактика, дайте знать, капитан! Тактика по ним! Садите-ка в них залп, капитан! Блин! Ударим по ним, блин! Кэп! Они уязвимы здесь, надо бить! И дорога! Готовы бить, сэр! Блин! Хороший сэр! Блин! Они открылись! Тартика по ним, сэр! Одни водички! Готовы, сэр! На реи! Спустить паруса! Вот Нагитовы! Живо лодыри! Зал! Мимо! Стоим надёжно! Ударим по ним здесь, Кэп! Спустить паруса! Ловим ветер! Приводим к ветру! Веселя отдать! Вперёд! Убавить паруса от бури! Убрать, убрать, скорее! Esta pobre alma. Soy inútil. Заплати, и я их остужу.
Готовы бить, сэр! Сэр! Удачная позиция! Бли! Что приказал твоей уязвимости? Надо бить! Бли! Сосредоточьтесь, капитан! Хороший залп нам поможет! Только скажите, кэп! Все паруса отдать! Thank you.
готов, сэр? Готовы стрелять. Подходящая дистанция. Удачная позиция! К бою готов! Они унесли мы здесь! Блин! Надо бить! Мы можем взять! Шикор! Паруса отдать! Поднять все паруса! Тяни! Давай, течете! Отличный приз! Капитан! Надать скорости! Все паруса отдать! Похоже, враги, сэр! Похоже, фрегат! Из... Нагитовы! Форт Рамсели убрать! К бою, парни! Зап! Нас задели, как? Бли! 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 Дайте туда! Это из-за бли! Все наверх, отдать гроты! Залегли, парни! Место мне! Off to your ancestors, then! Помогите мне! Крюки готовы! На абордаж! За добычей быстрой и кровавой!
Славная добыча! Отдать гроты! По ветру! Еще парусов! Ловим ветер! Сколько есть? Пли! Корабль! Пушки готовы! Придержите стачи! Испанские флаги! Только дайте знак, капитан! Пли! Трави! Трави! Удачная позиция! Готов к бою! Салф! Они уязвимы здесь! Надо бить! Салф! Не вышло! Перезаряжай! Будет много пушек! Отходим! Блин! Погнали! Поймаем ветер! Фор-Марсель отдать! Кэп! У нас у земля! От ветра! Так, еще один камень. В своих же кишках поваляешься. Спасибо. Кенуи, да? Так бы всегда.
Вы не того взяли. Капитан Кенуэй, вовремя вы. Жду на борту. Му. Еще один камень майя. Мы не были здесь очень давно. Джунгли пахнут лианами и предательством. Маркес все использует в своих целях. Мы знаем, где она. А вот она нас не ждет. Мы должны найти ее, выманить и покончить с ней. Глянем, куда он идет.
Я знаю, она здесь. Лусия Маркес. Я чувствую. Она прячется. Нам надо как-то выманить ее. Да. Убей этих людей. Нет, я не умру от руки Таино. Мой отец так много ждал от этих краев. Все золото, земли, свобода. Все зря. Вы не знаете, что с ними делать. Он сделал бы вас сильней. Живя свободно, мы зря тратили свободу? Ты умрешь в оковах тамплиерской веры. Не станем спорить с мертвой. Вот мой трофей. Добрый капитан заботится о своих людях, так? Ребятки Умпю печальны, что здесь нет дам для увеселения. Я знаю, где их найти, но сперва нужно построить для них дом. Чего-то все еще не хватает.
Что бы добавить для полного счастья? Здравствуйте.
Поступим так. Торрес встретится с принцем, принесет часть награды, скажет остальное позже. Увидим мудреца, вы приносите деньги и быстро уходите оттуда. Я буду за вами наблюдать. Нет, Кенуэй, поступишь так, потеряешь доверие команды. Сделка с рабовладельцем, мне от этого тошно. Да брось ты. Получим мудреца, разбогатеем. Если только нас не опередит мастер Кид. Кид? Вот черт. Да он убьет его. Эдвард, какого черта ты тут забыл? Они приведут к мудрецу. Да. И принц ведет нас прямо к нему. Черт с тобой. Я придержу свой клинок, но ненадолго. God will not tolerate such woeful injustice long. Not among his most faithful servants. He shall be cursed. Сколько прошло с нашей последней встречи, сеньор принц? Год? Почти полтора. Впервые вы описали мне Робертса в ноябре 1715 года. А, Си. С тех пор много воды утекло. Пост, и никто не зовет меня губернатором. А, я не знал об этом. Место немного теплее. Англичане наконец решили обращать своих рабов в христианство. Почему? Брать в рабство брата по вере – грех, так ведь? А стало быть, возвысить душу животного до души человеческой – все равно, что принять скотину за свой стол. Прошу меня извинить, но далеко ли еще? Почти пришли. Take us that way.
Ваш подход мне неприятен, принц. Все, кто думает и чувствует, заслуживают уважения. Эх, вы, испанцы, соседство с маврами расшижило вам кровь и смягчило сердца. Не подумайте только, будто я верю в природное равенство всех людей. Править должно тем, кому Бог дал талант и ум. Но рабство неразумно, оно не принесет хорошего дохода. Конечно, оно приносит доход здесь и сейчас. Но позже мы станем жертвами своего же успеха. Однако мы с вами уже не молоды и вряд ли доживем. Чему тревожиться? Ради спасения души. Душа! Торрес, к чему нам тратить весь день на беседы о рабах и их жалкой судьбе? Давайте завершим! Ради спасения души. Душа! Торрес, к чему нам тратить весь день на беседы о рабах и их жалкой судьбе? Давайте завершим сделку и отпразднуем как друзья. Губернатором Флориды. Си, си. Почти вся наша семья на службе короля и государства. Потомственные политики. Я тоже подумывал податься в политику. Но у меня слишком много денег. Ты молод я для этого. А я слышал, принц, будто вы были с Генри Морганом в день, когда он грабил Панаму. В 71-м, кажется. Да, было дело. Но не стоит переоценивать размеры добычи в том сражении. Стычка была случайной и потребовала колоссальных затрат. Вскоре я принял решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом. Я стал торговцем. Вот он путь к богатству. Я предпочитаю покупать славу, сеньор, а не добывать ее с помощью оружия. Я уже устаю. Должно быть, мы близко. Да, совсем. Мы должны быть на равных условиях. Я доверяю тамплиерам не больше, чем вы мне. Знал бы, что вы такая кокетка, принес бы вам букет цветов. И почему я соглашаюсь? Ради денег, пожалуй. Больших денег. Вы сказали, что пришли один, Торрес? Не один, но точно без товарища. Я взял билет на английский торговый бриг. Ну, пора. Нет. Дождемся мудреца. Здесь тихое место.
Покажите деньги. Это лишь часть выкупа. Остальное рядом. Как-то неприятно продавать человека своей же расы, господин Торрес. Скажите, чем этот Робертс вам так насолил? Это что, проявление протестантского благочестия? Может, в другой раз. Что? В другой раз. Обойдитесь без слежки. Разберитесь! Дал мне убить, Кэнуэй! Ради высшей цели! У тебя был шанс, Кэнуэй! Я за принцем! Кит, нет! Джим, стой! Ну нет, Кэнуэй! Ну же, друг! Мы можем действовать вместе! У тебя был шанс. Не надо, Кит! Постой! Джим, стой! Убийца! Черт, тебя подери, руки прочь от меня! Я не позволю тебе убить их, Кид! Мне нужен мудрец! Я неделю слежу за этой свиньей, и вдруг две цели вместо одной, а ты лишаешь меня обеих! Не суетись! Убить успеешь! Я найду мудреца, ты поможешь мне взять принца. Понял? Почему мы не встретились в таверне? Я тут потому, что тут моя цель. Надраться в планы не входит. Мы можем провернуть дело вместе. Тебе нужен Лауренс Принц, а мне его пленник. Нам тоже нужен мудрец, Эдвард. Не стой у нас на пути. Победит сильнейший. Плантацию постоянно обходят патрули. Чтобы поднять тревогу, бьют в колокол. Видишь? Нужно сначала вывести его из строя. Стражи слишком много, так что полагаться на скрытность нельзя. Сделаем вот как. Я отвлеку их внимание. Тогда ты сможешь их убрать. Готов? Тебя зовут не Джеймс, да? Когда как. Идем. Увидишь принца раньше, убей его. Получишь награду с золотом.
Черт, друг. Ты женщина, но почему? Право, Эдвард. Какие могут быть объяснения? Я здесь по контракту, удивляться будешь потом. Сюда должен прийти какой-то испанец, сторож вроде. Ты не слышал, что стряслось? По пути сюда на него напали разбойники. Буконьеры вроде. Скверное дело. Вот черт, он хоть жив? Удалось ускользнуть, говорят. Принц очень недоволен. Hold there! Yourselves, you dullards! Interlope! Не двигайся! Прошу, в меня стреляли.
Помогите мне! Черт, Томпсон, здесь рана! Глубокая! Мне дурно! Ладно. Дурно! Руку, барышня! Храни вас Бог! Зачем кружишь надо мной, как ворон? Полюбоваться страданием? Вы ведь и сами несли страдания, господин принц. Это кара, я полагаю. Глупые головорезы и ваша философия. Вы живете в мире, который не изменить. У меня другие мотивы, старик. Мне нужно лишь золото. Я был таким. Когда-то. Я здесь, Кенуэй! Я его нашла! Я тебя помню! Тамплиер из Гаваны! Я не тамплиер! Это была уловка! Мы пришли спасти тебя от работорговца! Спасти? Я служу господину принцу. Так знай, что он плохой хозяин. Он хотел продать тебя тамплиерам. Видно, никому нельзя верить. Робертс! Deliver our plans.
Снова упустил его, так? Да. Этот Робертс хитер, как дьявол, будь я проклят. Похоже, я упустил сегодня двоих. Что ж, и как тебя зовут, подруга? Мэри Рид, для мамы. И для моих друзей. Но смотри, никому ни слова. Не то сам станешь женщиной.
капитан на вахте. Горбатый кит! Накидывай! Достать гарпуны! Вижу, там! Мы его держим! Держись, уходим! Он бьет хвостом! Все, слабее! Потеряли! Идет на таран! Вон, по левому борту! Я не вижу! Готовы! Держись, парни! Бей его, пока хвостом не пришиб! Ха-ха-ха! Получил! Да! Ха! Берегись, хвост! Пусть попробует железо! Попал! Да, твари конец!
Ждем приказа, сэр! Риди, Марселяй, Марселяй! Поохотимся! Там! Там! Попал, шеф! Потянул! Все, слабеет! Ранили! Метко вы, Кэп! Уходит! Видно что-нибудь? Вижу! Впереди! Готовь! Парни, берегись! Прямо по курсу! Она держится, Кэп! Уходит! Прикончим, тварь! Славная добыча! Капитану руля.
брату! Бою готов, сэр! Они уязвимы здесь! Надо бить! Что приказать? Стоп! Подходящая дистанция! Бли! Стоп! Удачная позиция! Бли! Бли! Они уязвимы здесь! Надо бить!
О, Кеннер. Нужно еще. Еще паруса отдать! На ванты! Блин! Готовы бить, сэр! Здесь надо бить! К бою готов, сэр! Блин! Блин! Вышло! Перезаряжай! Готов! Надо подвязать,
Держитесь! Спустить паруса, ловим ветер! Ну-ка, паруса надо! Ну-ка, поцелуемся! Капитан на мостике. Кроки по ветру! Надо подвязать, вязать. Там еще корабли! Корабль! Готовы, сэр! Блин! Там еще враги, капитан! Только до них! Они открылись! Садите-ка по ним, сэр! Садите-ка в них залп, капитан! Залп! Ударим по ним здесь, Кэп! Позиция! Залп!
Корабль. Материалов хватит. Поднять! Ловим шквал!
Готовы стрелять! И! Они открыты! Нас задели! Отдать толпы! Там у него уязвимое место! Сау! Ударим по ним здесь! Сау! Подальше! Ремонтируй! Они открылись! Дайте-ка по ним, сэр! Мы подбиты, вот но выстоим! А на сон и трёх вверху! Блин! Короче, сам нам поможет! Блин! Как держи! Попали прямо в нас! Блин! Это удачная позиция! Блин! Подходящая дистанция! Держись, ребята! Блин, хороший залп нам поможет! Знак, капитан! Блин! Подходящая дистанция! Блин! Они приехали! Спустить паруса! Они открылись! Дайте-ка по ним, сэр! Блин! Там у него уязвимое место! Блин! Они открылись! Дайте-ка по ним, сэр! Сау! Ready!
Паруса убрать! Отводите щейк, капитан! De primera, excelente. Una prisa inusitada, una prisa inusitada. De primera, excelente.
ветер! Только скажите, Кэп! Блин! Ударьте туда! Это не добьет! К бою готов, сэр! Сэр!
Понял? Марселя! Лиселя!
Увозим их в Они совсем близко! Отдать гроты! Ну что, черти, устроим беседу? Живей! Живей! Капитан на вахте.
Пилоты отдать! Вперед! Спустить бомбы Марселя и Марселя! Ослабь! Паруса отдать! Все паруса отдать! Пустить промселя и бомб промселя! Все наверх! Поднять паруса! За нами корабль, сэр! Линейный, сэр! Это испанцы! Он один! Меньше ход! Блин! Да! Это их добьем! Блин! Стреляйте прямо туда! Блин! Стреляйте прямо туда! Блин! Еще чуть-чуть, сэр! Блин! Кэп, стреляйте вон туда! Блин! Хорошо, водичка! Правый борт, Кэп! Он еще жив, мне кажется. Еще парусов! Бомб рамсели, круче к ветру! Слева! Замечен груз, Кэп! Убавить паруса от бури! Трави! Ударим по ним здесь, Кэп! Блин! Поймаем ветер! Сау! Готовы стрелять, Кэп! Они! Сау! Ваши придорога! Садитесь ко мне, Сау, капитан! Сау! Блин!
Главное добыть. Не вышло. Стреляю. Блин. Они открыли, попали. Блин. Прямо в нас. Осторожней, капитан. Да. Ударим по ним здесь. Блин. Люки готовы. Только свистните, капитан. Давай, тяни. Паруса отдать! Койки вниз, по местам стоять!
Держись! Отдать все! Вперед! Штирбок! Там человек! Спустить бомбу! Ослабьте старушку, ребята! Все паруса отдать! Бомбрамсели, круче к ветру!
нам поможет! Бли! Бой готов! Бли! Они уязвимы здесь! Надо Бли! Бить! Бли! Подходящая дистанция! Бли! Бли! Кэп, удачная позиция! Поймаю ветер! Сунуло! Подходящая дистанция! Сау! Бли! Они уязвимы здесь! Надо Бли! Бить! Сау! Хороший залп нам поможет! Удачная позиция! Утесы! Сворачиваем! Рифи, Марселя и Промселя! Живее, ребята! Лишнего не дам! Stop fighting!
Один!
Прорвемся! Поймаем ветер! Стреляйте прямо туда! Бакборд, владей какой-то груз. Серьезные враги у нашего друга торговца. Да, капитан, и, видимо, не терпится схватить его. Боже, надеюсь, награда того стоит. Thank you.
Ударим! Отдать гроты! По ветру! Багборд! Там в воде добыча! Марселя! Брамселя! Бомб Брамселя! Лиселя! Марселя! Бомб Брамселя! Третья проклятый мальчишка спал. Треугольные гильки. Бакборд! В воде какой-то груз! Прямо по курсу земля! Спустить Брамселя и бомб Брамселя! Меньше ход! Убавь парусов! Штирборд! Тут плавает чей-то груз, капитан! Держись! Наполни каждый дюйм! Бомб Брамселя, круче к ветру! Убавить лиселя! И все давай! Свободу гротам! Все паруса отдать! Койки вниз, по местам стоять! На вахте. Нагнать скорости! Трави, Нагитовы! Убрать гроты! Зарифить Брамселе! Отдать гроты! Поднимаем все паруса! Меньше ход! Убрать! Капитан у руля! Поймать ветер!
Ослабьте старушку, ребята! Еще паруса! Риты, Марселя и Брамселя! Паруса отдать! Слева по борту! Все там груз отдать! Корабля, сэр! Обросопить рей к ветру! На рее! Спустить паруса! Эй, на бандах! Паруса убрать! Гроты по ветру! На... Паруса убрать! Крепче вяжи! Thank you.
Мо. Debe de haberse escapado. Bah! Еще один. Thank you.
Так, еще один камень. Thank you.
Седлаем ветер! Все наверх! Поднять паруса! Только дайте знак, капитан! Мы идем! Спустить все, кроме гротов! Паруса отдать! Круче к ветру! Отдать Марселе и бомб Рамселе! Готовится! Вроде живой! Держись! Надо исчезнуть, а? Заплати, и я их остужу. I might address your needs, sir. Regrettable. Good day. Hey, капитан. Надо залезть. Еще? Флип с ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча и жуки. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Эн, когда трезвы, кокеткой, когда пьяны, дамой никогда. Что ж, милая Эн. Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Это лишь уловка. Они хотят напасть на Насау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Насау и наверняка с оружием. Нам нужен план. Идем, Кенвей. Скверное дело.
Поскольку других идей нет, предлагаю затаиться. Пока что никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. По мне так можно этот хвост и оторвать к чертям, Бен. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглядись! Этот нужник стоит смерти? Да, это наша республика. Наша идея. Земля свободных. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Уже не знаю. Смотрю на то, чего мы добились за эти годы. И вижу лишь болезни, праздность и глупость. Стало быть, точь-в-точь, как на улицах Лондона, верно? Печь прав, друг. Если подумать, нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Насау хороший город. Но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Не ссорьтесь вы оба. Если действовать сообща, решим все проблемы. Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания, но только тихо. Держу пари, ближайший доктор обосновался в Гаване. Туда я точно не ходок. На затонувших два года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Да, но золото у нас есть, так что водолазный колокол мы добудем. Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Согласен, Тэч? Да, идет. Увидимся на месте крушения, Кенуэй. И помни, Тэч, пушки должны молчать. Заткнись, Бен. Business to contract with me. Excellent. Good day. Спустить, прочиняй, попробуй!
Отдать гроты! По ветру! Отдать Марселе и бомб-рамселе! Ждем приказа! Якорь! Якорь мне в глотку, Тэч! Отличная галера! 32 пушки! На 40 я сбился! Повезло тебе, друг! Ну? Удалось найти тут лекарство? В этом месте ничего, увы. Но вон там пока еще не было никого. Кроме крабов да кораллов. Я взгляну. Эдвард! Эдвард, это вы! Боже правый, как мала Вест-Индия! А, Боннет! Не ожидал вас тут увидеть. Месяц назад я встретился с господином Тэтчем, и он взял меня под свою рею, так сказать. Велел мне пообкисаться сперва, чтоб стать пиратом. Что ж, желаю удачи. Черная борода наставит вас на путь истинный. Еще паруса отдать! Убавить веселя! Убрать, убрать, скорее! Свободу гротам! Ловим ветер, сколько есть! Что-то на глубине, сэр! Спустить бомб-рамселя и марселя! Thank you.
Эй! Повезло? Я нашел один ящик, разогнав стаю акул. Увы, эликсир внутри испорчен. Галатемор. Черт! Может, лекарство просто украсть? Помни о помиловании, Тэч. Нельзя. А все этот Хорниголд стал слишком горд, чтобы звать себя пиратом. А он просто осторожничает. Все дело в том, как себя поставить. Дурачься на потеху. Убедишь лишь дураков, а будешь дьяволом. Тебе покорятся все. И им станешь ты? На публике, да. Весь мир театр. Напугай свою жертву. Создай жуткий образ из лихорадочного бреда. И все рухнут на колени, моля своего бога о пощаде. Боже! Не дурно? Еще бы. Если придумаешь тихий способ достать лекарство, скажи. Иначе я займусь этим сам. Спустить паруса! Подобрать паруса!